Компания ОНТ «Прогресс» занимается разработкой компьютерного и программного обеспечения. Это современная, высокотехнологичная компания с масштабными разработками в различных областях бизнеса, продвинутой инфраструктурой и широким набором сервисов. В настоящее время команда занимается разработкой решений в области финтех, программного обеспечения для финансового рынка. Над задачей трудятся ведущие специалисты ОНТ «Прогресс» – инженеры, математики, аналитики. Доработки программного продукта 1С зарплаты управления персоналом 8 потребовались для внедрения электронного документа оборота. Он позволяет мгновенно обмениваться юридической корреспонденцией с коллегами и клиентами через интернет. Модернизацией продукта занялась фирма-франчайзи 1С ООО «Кудерлайн». Команда ознакомилась со спецификой делопроизводства заказчика, а также коммуникацией между отделами компании. «Кудерлайн» нашел способ автоматизировать 5 рабочих мест 1С зарплаты и управления персоналом 8. Удаленные объекты ОНТ «Прогресс» с главным офисом объединили в единую документальную среду с помощью фирменного сервиса 1С ЭДО. Зарегистрировали сертификаты электронной подписи, открыли доступ к созданию и редактированию документов по определенным учетным записям. Установили обмен документами между тонким клиентом 1С, ключевых отделов ОНТ «Прогресс». Настроили загрузку и выгрузку корреспонденции через 1С Fresh. Создали шаблоны электронных документов 1С под различные задачи бизнеса, договоры, контракты, соглашения. Разработали формат и структуру документов, настроили автозаполнение полей с использованием имеющихся юридических данных, а клиентов в базе 1С. Довольны результатом автоматизации на базе 1С зарплаты и управления персоналом команды ООО «Кудерлайн». Рекомендуем разработчика к сотрудничеству.